Потому что мыслить, говорить можно о чем угодно, это ни о чем. Тратится только время и упускаются возможности, в принципе. Когда вы начинаете действовать, значит, или вы идете к результату, или идете к поражению. Поражение — это всегда ресурсная база. Это ваше время, это ваши деньги, это ваши эмоции, это ваши нервы, это какие-то материальные ценности. Других ресурсов нет. Дорога к себе, управление начинается с того, что вы честно отслеживаете вехи своей жизни и задаете себе основной вопрос. Сколько раз менялось ваше окружение и сколько раз вы перещелкивали собственный интерес, ну это из расчета работы, да? Чем вы готовы или чем бы вам хотелось заниматься и в чем бы вы дошли до самого конца и могли бы сказать, что я в принципе в этом разбираюсь. Или это бесконечный веер. Это опахало такое, да, полуплоскость. Я все время в поиске, полуплоскость. Почему императоры, они всегда двумя веерами. Они всегда соединяли плоскость. Дальше. Если человек находится в раскоординированном состоянии и не вышел с детского возраста, он никогда не сможет осознать чужой сценарий. У него нет времени, вспоминайте. Причины всех наших неприятностей. Мы всегда начинаем слишком много думать, как нам выглядеть. Делаем задачу сложной. Мы всегда пытаемся переложить, опять 25, переложить ответственность на другого или присоединиться в группе, чтобы на кого-то что-то распределить. Или я думал ты, а я думал то. Язык, на котором человек начинает говорить, он заведомо ложный. И третье – это разочарование, манипуляция, это как оправдательная база. А я думала, а я неправильно поняла, а вы не сказали, а мы как-то не догадались. Ну, в общем, все что угодно, только не я.